На самом краю леса жил охранник пумы. Это было самое обычное утро. Пришли печальные известия. Восточная пума вычеркнута из списка охраняемых животных. А сейчас о погоде. Пума просто исчезла. Больше некого охранять. Охранник взял с собой рюкзак и побежал искать пропавшую пуму. Шла за ним, шла везде. Теперь она его охраняла. Он увидел пещеру в горе. Видит, а там стоит девушка. Он спросил у нее: ты не видела ли пуму? Она сказала: раньше здесь было очень много оленей и пум. Мы, индейцы, с ними дружили очень. Но когда пришли сюда белые люди, они стали стрелять в них огнем. Их становилось все меньше и меньше. Я давно не видела пуму в этих лесах. Охранник продолжал искать пуму с помощью фонарика. Так искал он ее еще неделю и не больше. Когда он совсем отчаялся, заблудился, ему нечего было кушать. И вдруг он увидел пуму. Он был рад обнять пуму. Он понял, что это последний раз. За горой была большая вода, где были все исчезнувшие животные. И тогда он проводил ее, и пума последний раз помахала ему лапкой. Так какая могла быть концовка? Как бы ты хотел, чтобы произошло? Я хотел, чтобы она опять на этом морской корове приплыла опять себе домой. А хранитель, который охраняет пуму, отправился потом в подводный мир вместе с ней. Остается. Потому что они друзья.